день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с ноутбуком фирмы Chewy, как известный персонаж у «Звездных войн». Модель MiniBooks X. Он идет 10,5 экрана и имеет функцию 2 в 1. Это как ноутбук может использоваться, так и планшет. Поставляется это все из Российской Федерации со склада, поэтому шло достаточно быстро. При помощи Казани Экспресс занял около 4-5 дней. И приходит вот в таком состоянии. Сверху, как обычно, у нас идет желтая, внутри пупырчатая упаковка пакет. И давайте смотреть, что из себя представляет данный ноутбук. Да, брал я его для рабочих моментов, связанных с тем, чтобы его использовать, носить, ну и в том числе для развлечений, поездок и тому подобное, смотреть фильмы и так далее. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот как поставляется. Стандартная их упаковка, достаточно невзрачная. И что у нас здесь за характеристики представлены, здесь можно посмотреть. Это у нас дисплей 10,51 дюйма. Разрешение экрана 1920 на 1200. Полный экран, ну то есть Full HD+, потому что стандартный Full HD у нас на 1080, так, то есть здесь на 120 увеличили. В качестве процессора используется Intel N100 с 4 эффективными ядрами, ну и 4, соответственно, потоками. Герцовка его от 0,8 ГГц до 3,4 ГГц. Есть Wi-Fi 6 на борту, поддерживает. И размеры его 244, 166 и 4 на 17 миллиметров. 17,2 высота. Память у нас 5-го поколения на 12 гигабайт. Да, этот процессор, он использует память в одноканальном режиме. То есть нет у него двухканального режима. И есть SSD-накопитель M2 NE на 512 гигабайт. Достаточно скоростной. Да, кстати, здесь память, она распаяна. То есть установить дополнительно нет возможности. Хотя имеет смысл непонятно, потому что максимум, что он может взять, этот процессор до 16 гигабайт. Если смотреть спецификацию Intel, а как мы знаем, иногда может взять и больше. Если посмотреть предыдущие версии ноутбуков Toshiba Satellite, A661EM, где мы из максимальных двухканалов 8 гигабайт превратили в 16 и так далее. 512, да, расширить только можно заменой SSD накопителя до 1 терабайта. Изготавливается где и что у нас находится внутри. А внутри у нас находятся наклеечки. Ну, сразу же хочу сказать, что наклеечки достаточно позорные. Поэтому клеить вряд ли я их буду, а лучше воспользуюсь гравером и отгравирую русские буквы. Ну, 1500 рублей это займет. Поэтому откладываем подальше. Так, здесь у нас находится адаптер питания. Здесь USB-C. Кстати, он поддерживает Power Delivery до 45 Вт. Можно адаптер питания купить. Ну, а комплектный небольшой, что приятно, поставляется. Так, это 12 вольт. Сможете посмотреть и зафиксировать на 3 ампера. То есть 36 Вт максимум. Вот такой вот адаптер питания. Уже есть европейская вилка. То есть не нужен никакой адаптер. Дальше что у нас есть внутри? Внутри вот у нас лежит сам ноутбук. А, и вот здесь вот есть какие-то бумажки. И все остальное здесь у нас пусто. Давайте эту коробку наберем, чтобы она нам не мешалась. Кстати, вместе с наклейкой, что тоже особо не раздражало.
Так, вот такая вот упаковочка у нас. Внутри бумаги у нас что находится? Да, официальная гарантия на 1 год. Гарантийные обязательства есть. Дальше продукт разговора. Что-то здесь есть. И небольшой шой, руководство по эксплуатации. Интересно, русский язык есть. А, есть руководство пользователя. То есть русский язык есть. Поэтому, ну там, скорее всего, основные характеристики и так далее представлены. И что из себя представляет. Да, вот русский язык есть. Да, кстати, на борту есть Windows 11 Home. Внутри находится аккумулятор на 29 ватт-часов, на 7,6 вольт, 3800 мАч. Написано, что до 8 часов, ну, вряд ли. И может проигрывать такие-то варианты видео и аудио файлов. И сам ноутбук. Итак, вот что у нас представляет ноутбук. Ну и как видим, у нас здесь есть полноразмерная клавиатура, кстати, по разъемам. Здесь у нас USB-C для подзарядки и для переноса данных. А здесь USB-C, он помимо передачи данных, еще может и передавать изображение на внешний монитор до 4К 60 кадров в секунду. Кнопка включения. Здесь у нас выход горячего воздуха, дальше 3,5 мм джек. С обратной стороны у нас есть отверстие для охлаждения. Здесь у нас два динамика, 1-ваттные. Посмотрим, как звучит данный тип. И здесь только вот открутить надо вот эти вот 8 винтов, и у вас откроется. Но ввиду того, что здесь пломба, я откручивать не буду, поэтому смысла его нету откручивать. Единственное, что вы здесь можете заменить, это пасту в последующем и заменить 512 гигабайт на 1 терабайтный SSD. Ну а теперь давайте откроем. Ввиду того, что он 2 в одном, здесь не получится открыть его как MacBook, так не откроется. Вот. То есть он может открываться в такой степени. И может открываться так и, соответственно, в таком виде. Да, и камера тут, по-моему, на 2 мегапикселя всего. И давайте включать, смотреть, что там у нас представлено. Да, это глобальная версия. Есть несколько языков, в том числе и русский. Вот у нас включился. Кстати, есть подсветка, я уже ее вижу. И давайте я его настрою и включусь чуть попозже. Ну и как видим, можно смотреть фильмы 4К. Здесь встроенная графика. Thank you.
Давайте сейчас протестируем в основных тестах. А это CPU-Z, GPU-Z, AIDA, ну и других вариантов. И посмотрим, на что способен данный ноутбук, он же планшет. Подсветка, я не знаю, вы видите, не видите ее. То есть здесь есть две градации, ярко и менее ярко, и выключено третий вариант. Как видим, русских нету, только английские, но они расположены так, что можно в последующем при помощи гравировки вписать любой другой язык, буквы и тому подобное. Ну и как видим, на системе у нас я Windows активировал, она без проблем активируется. Как видим, у нас Intel N100, 12 гигабайт, дальше 64-разрядная система и так далее. Я уже тут установил ряд программ. Все активировано. Давайте посмотрим. То есть 96% у нас уже из 100 есть. Wi-Fi, я к нему подключился. И давайте посмотрим. Как видим, YouTube 4К 60 кадров в секунду тянет. Давайте проверим 8К, как работает.
Ну, все зависит от интернета, Wi-Fi. Ну, лучше, конечно, подсоединяться по кабелю. Но для того, чтобы подсоединиться по кабелю, вам придется использовать внешний хаб. Тачпад достаточно хорошо выполняет свои действия. Есть на нем какое-то покрытие, две стандартные клавиши, больше ничего тут нету. Достаточно хорошо все набирается. Клавиши практически полноразмерные и функционируют без проблем. Единственное, нету нумпада, но такой формат. Да, еще один момент. То есть внизу у нас находится охлаждение. Его практически не слышно. Но в определенные моменты нижняя часть, особенно где находится процессор, он нагревается. Давайте посмотрим тесты и там увидим температуру. Я вам продемонстрировал ноутбук 2 в 1 Chewy MiniBook X, который позволяет работать на нем как на ноутбуке. И также вариант из-за конструкции Flip. Он может превращаться в планшет. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию о ноутбуке Chewy MiniBook X. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.